Я, ну и в конце, по скриптам, как говорится. Практика показала, вот это отверстие у меня все-таки будет рабочее. Помните, его у меня не было, у меня было вот это и вот это. А рабочим все-таки будет вот это. Потому что сюда, под этот, как его там назвать, шпиндель, нужно ставить очень часто оправку, ну и соответственно вот это расстояние под оправку. Как раз. Ну и так, чтобы прям уже наверняка решил вот проделать еще здесь 20-сантиметровое отверстие. Поехали. Все, всем пока, народ. Всем удачи, успехов в строительстве пресса.